Из технологического оборудования была приобретена плита, жарочный шкаф, электросковорода, прям тоже только что подключен, даже еще мы на ней ничего не готовили. На контрольный обход около получаса. Оправдались ли денежные вложения, Дмитрий Азаров инспектирует лично. В прошлом году здесь провели капитальный ремонт пищеблока. В этом около 500 тысяч рублей из городского бюджета 52-я школа получила на переоборудование пожарной системы. Учреждение укомплектовано учащимися лишь наполовину. Здесь 310 детей. Принять могут 600. За школой закрепили тех, кто переехал в новое жилье в поселке Озерный. В левом крыле учреждения планируют открыть 3 группы детского сада. Это средняя, старшая и подготовительная. Около 90 человек будет с 1 января, если все получится с ремонтом. Всего на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году в этом году потратили 370 миллионов рублей. Только на проведение ремонтных работ в 83 школах Самары город направил беспрецедентную сумму – 145 миллионов. Еще 100 выделил областной бюджет. Мы меняем подходы к ремонту школ. Сегодня и в дальнейшем ремонт школ не будет носить характер латания дыр и каких-то косметических изменений. Сегодня, вы знаете, департамент уже полгода работает над комплексным обследованием зданий учебных заведений. Глава отметил, что большую помощь на территории Куйбышевского района в подготовке школ к учебному году и к отопительному сезону оказывает предприятие «Куйбышевский НПЗ». Я, в частности, считаю, что в первую очередь нужно воспитывать человека, и чтобы он действительно мог представлять о жизни именно со школы. Поэтому мы очень много уделяем внимания и детским садикам, и школам, и очень много приглашаем ребят к нам на экскурсии на завод. В этом году свои двери откроют 160 школ. В 95-й и 27-й ремонт завершится к началу второй четверти. Ребята вернутся в школы в ноябре. Еще 3 учреждения находятся в стадии реконструкции. Их в департаменте образования обещают восстановить за 2 года. Светлана Новосельцева, Иван Карпов, ГИС «События».